В ту самую секунду, что ты взяла меня за руку в кафе, что-то произошло. Что-то изменилось. Продюсер Джим Джармуш, режиссер Гейб Клингер. Антон Ельчин. Люси Лукас. Я могу притормозить. Могу быть нежнее, если хочешь. Нет, пожалуйста. Оставайся таким же. Мой преподаватель античной культуры. Очень приятно, Жуан. Он ко мне очень добр. На ужин останетесь? Я рассказывала тебе о нем, о том, что он для меня значит. Я очень хотел тебя видеть. Ты словно в западне. Да. Мягко говоря. Она не желает тебя видеть. Она так сказала? Я тебя не узнаю, ты словно другой человек. Ельчин неподражаемо передает сокрушительную силу любовных порывов и тоски. Затрагивает особо уязвимые актуальные моменты европейской новой волны. Я знаю все, что ты скажешь, еще до того, как ты откроешь рот. А ты знаешь все, что скажу я. И именно так и должно быть. Порту.